Ну а сегодняшний день наполнен для абсолютного большинства ирбичан приятными хлопотами. Ведь завтра первый праздник весны, к тому же посвященный женщинам, Международный женский день 8 марта. Как планируют мужчины поздравить своих близких и что предпочтут в этот день женщины? Об этом мы спросили на улицах города. Конечно же, маму, бабушку буду поздравлять, там тетю, подруг буду поздравлять. Хочу им подарить открытки, может, что-нибудь, поздравления от себя, может, шоколадки какие-нибудь, вкусняшки всякие, цветы. А мы собираемся на бинго-шоу в Кристалл. Потому что у меня двойной праздник, день рождения еще, поэтому мы с одноклассницами, с подругами отмечаем именно там. С самого начала я поздравлю, конечно, свою маму и бабушку дома. Я ради этого праздника и приехал на целую неделю с учебы, потому что это важный, ответственный праздник для женщин. Я подарю им то, чего они любят, сладости, хорошее настроение и внимание. 8 марта я бы хотела отметить в кругу своей семьи, своими близкими. А что бы вы хотели получить на этот праздник? Ну, первый подарок я уже получила. Сегодня моя дочка, которая ходит в детский сад, нарисовала мой портрет. Мне очень приятно. Планирую с утра встать пораньше, приготовить праздничный завтрак, приобрести цветочки, подарочки какие-нибудь, пока не знаю какие. Всем вручить цветочки дочери, маме, жене, ну и некоторым родственникам, женщинам. С подружками хочу отметить, так как один выходной, домой не смогу съездить. На выходные обязательно порадую маму подарком.